Привет, друзья! В этом уроке я предлагаю вам сделать брошь с пионами. Пионы я делала разные, мастер-классы на этом канале вы найдете все возможные. И сегодня мы совместим несколько мастер-классов, и в принципе я покажу вам быстрый способ создания пионов. Итак, поехали. Для работы нам понадобится глина 475 номер, если цернит, серия number one, нежно-розовых оттенков. И понадобится пастель цвета мадженты, яркая. Кисточкой на пласте я прорисовываю вот такие вот полоски на небольшом расстоянии друг от друга, оставляю в чистом виде розовые, и сверху будет у нас лепесток подкрашенный. Пласт у меня 1 мм толщиной, сейчас в произвольном порядке вырезаю заготовки лепестков скальпелем, так чтобы верхушка лепестка была ярко-розовая, нижняя часть цвет натуральный. Пластики без прокрашивания пастели. Дальше мы лепестки отделяем от пласта. Лепестки у нас от 7 мм до сантиметра в высоте. Укладываем их на ладошку, и со стороны, которая у нас прокрашена пастелью, мы утончаем лепесток, раскатываем его, делаем шире, делаем его выше. Все лепестки раскатываем на ладони одинаково. Нижнюю часть острую практически стеком не задеваем. После того, как все лепестки у нас раскатаны, берем вайнер. У меня вайнер — это универсальный какого-то лепестка, ссылочку на него я оставлю внизу в описании, и придаем фактуру всем нашим лепесткам. Лепесточки маленькие, и на вайнер можно 2-3 лепестка спокойно поместить. Дальше нам нужно придать изгиб каждому из лепестков. Придаем это с той стороны, где он не был закрашен пастелью. Придаем стеком, которым мы и утончали края. Укладываю лепесток на ладошку и вниз провожу стеком от верхней части лепестка, и он закручивается у нас, принимает форму лодочки. Дальше берем сорную пластику, у меня осталась пластика от пласта, из которого мы лепестки вырезали, формирую капельку, небольшой диаметр капельки верхней части в круглой, с нее мы начинаем формировать цветок, приблизительно 7-8 мм. И сначала тремя маленькими лепестками закрываю капельку, то есть ее не должно быть видно, а вот лепестки второго ряда, они чуть-чуть крупнее, и вообще в каждом последующем ряду лепестки крупнее, чем в предыдущем. Вот лепестки всех последующих рядов мы укладываем на стыке лепестков предыдущего ряда, то есть в шахматном порядке. Получается, первый ряд мы закрыли, второй ряд чуть-чуть крупнее лепестки у нас идут на стыках лепестков первого ряда, которыми мы закрыли каплю. Следующий ряд еще чуть крупнее лепестки и также идут на стыках по отношению к лепесткам второго ряда. И вот так вот мы укладываем по 3 лепестка в каждом ряду. Только с каждым последующим рядом лепестки у нас становятся крупнее, соответственно, цветок растет, и эти крупные лепестки перекрывают то расстояние, которое у нас образовалось между лепестками предыдущего ряда. Получается довольно-таки объемный цветок. Приклеиваем лепестки только внизу, для того, чтобы верхушка цветка была пышная и воздушная. Всего 6-7 рядов вот таких вот лепестков. 3 цветочка делаем, откладываем в сторону. Дальше берем зеленую пластику, можете взять салатовую пластику, и берем основу под брошь. Основа у нас на игле с металлической площадкой. Раскатываю тонко пласт из зеленой глины, вырезаю катером две заготовочки круглых, этими заготовочками закрываю площадку металлическую, склеиваю их между собой, и в принципе получается достаточно крупная и надежная основа для сборки будущего букета. Листочки вырезаем из того же пласта зеленого цвета. Листочки вырезаю в произвольном порядке. У пиона они могут быть одинарные, а могут быть и двойные, вот как сейчас вы видите. Вырезаю листочки, также пласт 1 мм толщиной, и дальше листики перекладываю на ладошку и утончаю края. У меня есть вайнер лепестка именно пиона, я приобретала также в магазине Ярослава, он крупный, и в принципе, если вы посмотрите на листочки пиона, то у них не так много жилистой фактуры сверху, поэтому нам в принципе нужна здесь центральная прожилка и немножечко боковых, чуть-чуть. В общем, придаем фактуру нашим листочкам. Листочков я сделала 5 для такого букета, и потом еще 3 покрупнее будут для изнанки. Теперь я отщипываю от зеленой пластики небольшие кусочки, формирую капельку, капельку расплющиваю и на ладошке со стороны широкой части эту капельку раскатываю. То есть я делаю как бы листочек, или даже лепесточек это можно назвать по внешнему виду, и обязательно даю ему углубление.
для того, чтобы наш листочек этот зеленый закрылся. Он призакрывается, форму лодочки образовывает, и мы укладываем их в нижней части цветка в количестве 3 штук таких листочков на одинаковом расстоянии друг от друга, и как бы формируем плодоножку у нашего пиона. Листочки зеленые лучше всего затонировать той же пастелькой цвета маджента по краю, для того, чтобы они не были такими пресными. Можно красной пастелью затонировать сухой по краешку, можно только с одной стороны, потому что брошка будет тереться об одежду, и в принципе нам не нужна краска с обратной стороны. Итак, сейчас я присоединяю листочки в произвольном порядке к нашей основе зеленой. И стараюсь разместить листочки так, чтобы у нас окружность нашей брошки все-таки сохранялась, чтобы никакие из листочков сильно не выглядывали и не выделялись на фоне других листочков. Вот такая вот основа у меня получилась. Дальше нам нужно будет срезать вот эти хвостики, которые у нас образовались внизу под цветами. Мы их срезаем. Ну а потом нужно будет раскрыть внутри лепесточки, иголочкой поддеть за капельку цветок и разместить цветок уже на листочках сверху. Я буду их 3 штучки размещать максимально близко друг к другу. И там, где у нас были проколы, а мы сейчас, смотрите, размещаем цветок и делаем несколько проколов именно капли, не трогая лепестки, чтобы случайно их не задеть и не повредить. Дальше, когда мы сделали несколько проколов и приклеили уже более надежно цветы к листочкам, в центральную часть цветка лепестки, то есть мы возвращаем, ставим на место и следим за тем, чтобы никаких проколов и отверстий от иголки не было видно. С обратной стороны на свежую, я не запекала пока еще брошь, приделываю 3 крупных лепестка, которые закроют у нас основу брошек, вот эту круглую, чтобы ее не было видно. Листики здесь у нас пошире, и 3 листочками я перекрываю обратную сторону. Обязательно сглаживаю их место стыка. И по желанию можно придать легкие тонировки с обратной стороны или по краям этих зеленых листочков. Как видите, здесь у меня брошь только в одно запекание. Если вдруг вы не можете так работать и боитесь повредить, тогда запеките либо отдельно цветы, либо сначала первую основу и потом уже доработайте изнанку, где я клеила 3 отдельно листочка. Если получится в одно запекание, будет здорово. После обжига советую сделать имитацию росы на поверхности цветов. Так они будут выглядеть более естественно и натурально. И, конечно же, если вы использовали пастель, обязательно пастель нужно защитить лаком. Я пользуюсь, как правило, аэрозольными. Но если вы пользовались пан-пастелью, то лаком можно не защищать. Это самая пигментированная пастель, которая есть на рынке для творчества. Друзья, на сегодня это все. Если вам понравилось видео по созданию такой броши, буду рада вашим лайкам. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые мастер-классы, которые выходят регулярно на моем канале. На сегодня это все. Вдохновения вам и безграничного творчества!